Вот сюда, да, да. И нажать, да? Татьяна Федоровна на компьютерных курсах новичок. До этого момента пользоваться электронной машиной ей помогали внуки. Говорит, пора уже и самой осваивать технику. Планирует завести страничку в Одноклассниках и по максимуму использовать возможности интернета. Оплачивать коммунальные услуги, купить билет для путешествия, общаться с друзьями в интернете, не только по Союзу, но и за рубежом, подружиться, найти новых друзей. А Галина Александровна основы работы на компьютере освоила еще 10 лет назад. Теперь хочет стать продвинутым пользователем. Я не умею более сложные действия. То есть я, например, не знаю, как обновить браузер, как какой-то новый подключить сайт там или что-то. То есть самое простое, это я все знаю. Курсы компьютерной грамотности преподают в недавно открывшемся центре «Активное долголетие». Записаться на занятия может любой желающий. И даже если вы ни разу не включали компьютер, все равно приходите. Здесь всему научат. Изначально это основа, как бы база для людей пожилого возраста, как вообще включать компьютер, как им пользоваться. Регистрация на почте, вообще сама техника обращения с компьютером, как поменять язык, как сделать заглавную букву. Курсы компьютерной грамотности проходят в Центре «Активное долголетие» каждую неделю по понедельникам и пятницам в 16:00. Екатерина Косевич, Эльмира Иванова. «Наше время».